Надежда, ничего, если она у вас поспит в комнатке, можно? Малышка. А, да? Я просто не знала, спросил он или нет. Мы так встали, вот у меня... Ну да, 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 я понимаю. Ой, это что там, Матрона кушает? Матрона кушает. Сказала, пожалуйста, покормите меня. Говорю, давай покормлю. Да? Ой, молодец. Молодец. А кто у нас яичницу готовил? Я. Ой, Даниил у нас яичницы с Сашей. Даниил у нас молодец. С помидорами. Помощник. Сколько же там яиц? Штук 20, да? 10. 10 яиц. 10 яиц и 2 помидора. Отлично. Дай, ты тоже попробуй. Сейчас поеду в город. Так, что я хотела? Я хотела вам показать. Нет, я вам сначала хотела сказать очень важную вещь. Яков, не грызи карандаши. Саш, убери, пожалуйста. Дай, дай, дай. Карандаш уберет, он сейчас их всех сгрызет, сточит. Я сейчас еду в город, потому что Артур меня попросил купить дверь в санузел, который он уже почти доделал. Остался только теплый пол, пол сам непосредственно, и все. Смотрю сейчас. Это клей, да? Не, это просто после клея я тут обычная вода, моешь, чтобы не набирается. Засыхало. Ясно. Работа кипит? Да. Я погнала. И, по-моему, я забыла с вами поздороваться, да? Так, ну что ж, раз не поздоровалась сначала, поздороваюсь сейчас. Всем добрый день, добрый вечер, доброе утро. Я не знаю, какое у вас время, у меня утро, не самое раннее. Но, тем не менее, сейчас еду по своим делам. Но прежде чем мы с вами начнем разруливать вместе со мной все мои проблемы, я хочу по просьбе своих зрителей напомнить одну важную вещь. Мои дорогие, меня смотрят не только вы, хорошие, замечательные, добрые люди, но также смотрят всякие странные люди, злые, завистливые и так далее. Они даже создают свои какие-то там каналы и на моем контенте наживаются. Так вот, мои зрители попросили напоминать, что не надо ходить на вот эти каналы и писать комментарии, защищая меня. Делать это можно у меня под каждым роликом. Почему? Потому что любые ваши комментарии, лайки, просмотры повышают рейтинг канала. Соответственно, там, где вы смотрите и пишете, вы повышаете повышаете рейтинг этого канала. Если вы меня любите, повышайте мой рейтинг. Но если вы любите говноканалы, здесь как бы мешать не буду, продолжайте кушать это г. Вот, это я не со зла, это вы сами понимаете, что каждый человек выбирает, чем ему насыщать свое сердце и душу. Вот, меня защищать на сторонних каналах, на сторонних страницах, на сторонних группах не надо, еще раз повторяю, потому что они, это их цель. Провоцировать, оскорблять, чтобы зарабатывать вот таким способом деньги. Я тоже зарабатываю деньги на Ютубе. Но я, сами видите, какой контент снимаю, как я для вас стараюсь, сколько позитива, оптимизма я дарю, сколько всего интересного вы узнаете от меня. Так вот, так что еще раз повторю, ваши комментарии очень важны ваши лайки, реакции, просмотры. И, конечно, не забывайте подписаться на мой канал. А я сейчас еду в Мичуринск, погнали со мной. А, я еле вылезла. Я там так прижалась. Так, Сергей Петрович, сначала в банк. У меня денег нету. Пойдем грабить. Идем. Я говорю, грабить банк. У меня денег нет. У вас сегодня зарплата с Надеждой, а у меня ни копейки. Я вчера там ограбил, там нет ничего уже. Серьезно? Да. Тогда можно зарплату не платить? Да. Круто. Короче, у нас есть некоторое время, потому что сейчас Сурен занят. И мы решили быстренько пробежаться по рынку мичуринскому, центральному. А чего так легко одеты? А что делать? А что делать? А что, куртки нету? Температура плюсовая. Сейчас, минус 2. Вот. Так, где у нас Сбербанк? А вон он. Да, ну, так, ну это вот, можно сказать, центр Мичуринска. Видите, здесь пешеходный большой такой проспект. Да, мы здесь площадь, летом были. Красная площадь Мичуринска, Сергей Петрович говорит. Сергей Петрович, ваша зарплата. Благодарю. Так, ну что, тогда покупаем сейчас все. Ух ты,
Ух ты! Как будто это на черкизовском рынке. Я так 100 лет не была на таких палаточках. Это все больше. Черкизовского давно нет. Ну там просто все, там и остальные что живут. Ну да, да, да. Да, хорошо, сейчас все тогда возьму. 120 рублей. Нормально на рынке. У меня крупнее по 100 рублей. Еще и с доставкой на дом. Крутяк. Я говорю, у нас с доставкой на дом по 100 рублей, а там 120. По 2000 берет. Ну, я понимаю, да. 2000 штук берет. Оптовик. Дядька оптовик. Куда же меня Сергей Петрович везет, а? Что за такой павильон большой? Нашел фруктовый рай. Ага, понятно. Не знаю, да, здесь так написано. Так, ну все, мы в стройдворе. Сейчас ждем Сурена. Немножко пройдемся, посмотрим ассортимент. По идее, это мне здесь много всего надо покупать. Не знаю, на своей машине повезу или все-таки Сурен привезет потом. Сейчас все будет видно. Уходи, не уходить. Я вызываю такси. Сантехника, душевые кабины, акриловые ванны. Угу. Конечно, конечно. Угу. Ну, там все идет. Да, это не хотя бы недельку еще надо. Дайте выздороветь. Потому что мы что-то с одной болячки в другую. Прям без перерыва. Уже месяц болеем. Хорошо, да, давайте. Ага, до свидания. Угу, спасибо. А теперь мы поднимаемся в банный рай. Банный рай, да. Посмотрите, как здесь всего много. После посещения этого отдела хочется сразу баню построить. Обалдеть. Ой, печка. Может быть, нам печку поставить на летнюю кухню, а? Здравствуйте. Здравствуйте. Я здесь лавочку покупала маленькую. Вообще красота. Зато будет тепло на летней кухне, а то так не дождемся. Или это опасно, наверное, да? Да мы не опасно, мы это, что там, дрова-то эти, уголь. Да, будете мне рубить, ну, привозить. Да. Нижнее подключение. Что такое нижнее подключение? Это с ободком. Чему? А что там такое? Ну, раньше попроще были все бачки смывные. Ну, то, что самое топовое. 80 ширина и 90. Угу. Есть круглая? Нет, круглая точно не надо. У меня другой вопрос. А они все всегда прозрачные, да? Нет таких тонированных? Таких вот, только такие. А то, которые в бане вот используют, знаете, наверное, для парилок, или они совсем дорогие? Восток такой привозит. То есть у вас там даже таких дверей нету, да? Которые для парилок используются. Они тоже типа стеклянные, но там какой-то специальный. Что мимо. Есть они там, да? Да. Я просто их что-то не улицезрела. А, вот они, да? И что, насколько они? Они узенькие, да? Ну, почему? На 90. Нет, они не бывают, да? Угу. Это же какое-то специальное там стекло и все такое, да? И они все на 70. Нет, подождите, вот это вроде пошире. Вот. А на 80, да. Бу-бу-бу. Сейчас нет. Я для своей ванны заказывала под заказ. Заказывала под заказ. Делала под двойную. Ну,
Но мне не понравилось, как мы сделали. Да, Надежда? Алло. Да. Оль, у нас 12 воды нету. Так должно быть? Нет. Мамочка. Вот я тебя предупреждаю. Сейчас я их уже кормить буду, чтобы сварила я. Позовите Лешу к телефону. Я попрошу его станции выключить надо. Хорошо. Угу, спасибо. А я думаю, вдруг там работают. А я так на всякий случай кран открыла, открытый стоит. Угу. Вода не появляется. Понятно, ладно. Сейчас. Хорошо, Надежда. Но мы еще пока вот в делах тут в Мичуринске. Я позвоню, как домой поедем. Угу, спасибо. Воды нет. Алло, мам. Леш, сходи в подвал, выключи срочно эту насосную станцию. Воды нету, она там работает. Давай, не забудь только. Сейчас сразу. Угу. Все-таки она не зря утром что-то. Ну, ты говорю, то что там... Там, короче, как на часах, короче, вот стрелка идет, давление поднимается, она должна здесь выключиться. Отключиться, когда вода уходит, включиться вот здесь, допустим. Она включается, вернее, отключается, не доходя до этого места. И потом опять включается, когда она должна вниз уйти. Я поняла, что ничего не поняла, но я поняла, что у нас проблема. Вот что я поняла. Да уж. Это на 90, вот она, да? Вот, вот нашу, да? Это да, нашу. Да, вот, смотри, а вот эти петли, это что такое? Это вот как раз стойка, что она должна крепиться к одной стенке. А, поэтому нужно сейчас вот Артур. Вот я его размер вот это и давал. Она так и есть. Вот она, метр 85. А углы будут вот такие прям острые, да? Есть такой, да? Да. Это уже в комплекте идет такое? Ну, естественно. Ну, давай тогда такую возьмем, потому что мне вот она единственная, видишь, она такая с размывом идет, и все. Это прям совсем прозрачная. Я как раз к нему и притянулся. Ну, хорошо. Ну, ага, ага. Да. Главное, чтобы довести. Нет, главное еще поставить туда эту дверь. Ну что, проходите? Проходите. Подожди, подожди. Там каком? Сейчас я вот здесь сиденье положу. Вот чтоб поближе чего-нибудь. Там сиденье детское. Второй положить. Она закроется, нормально все. Все, здесь хватает. Все нормально? Да, хорошо иметь большую машину, да? Я же вот здесь постоянно. Сейчас, одну секунду. Так вот, каждую неделю мотаешься за чем-нибудь. Так, а касса здесь у вас? А, нет, касса у вас там, да, по-моему? Мы приехали уже после всех наших перипетий с этой дверью в СДЭК. А для чего? Интересно, для чего? Наверное, там какая-то интересная. Ну, хорошо. Сергей Петрович, у меня сегодня оператор, поэтому немножко мучительно. Я же не знаю, как мне надо. Нельзя шевелиться? Видно больше половины видно. Я говорю, вот тут СДЭК не видно, только вот это сюда. Ну и хорошо. Все, Сергей Петрович, пойдем забирать наши посылки. Так, посылки у нас сегодня не простые, а золотые, да? Вон какие, по 20 килограмм каждая. Это как маленькая такая коробочка. Снимать себя каждый раз с руки не очень, конечно, удобно, рука устает. Но Сергея Петровича, чтобы обучить быть оператором, это потребуется много времени. Еще придется прибавку в зарплате делать. Ну, как доп уже. Сейчас, подожди. Так вот? Да. И вот так вот, да? Нормалек? Вот так. Что же мы там такое забрали в СДЭКе? Очень интересно. На самом деле, то, что мы сейчас забрали в СДЭКе, я вам покажу только в следующем ролике. Потому что это будет самый настоящий обзорный ролик вот на эту посылку. Куда? Туда?
все окей. Вот, это будет обзорный ролик. Я вам все расскажу, все покажу, распакую. И почему я это заказала, тоже объясню. Вот, это необычная посылка. А! Применение моей руки. Спасибо. Летит. Кто это тут такой летит? Кто такой? Кто такой? Кто такой? Надо Аркурнар позвать. Артур, мы дверь привезли. Да? Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Домой ее заберем. Да? Кого? Дверь? Нет, Леону. Мы молодцы. Мы все привезли. Я только с размерами не поняла, там все нормально? Примерно. Примерно? Не надо примерно. Так, давай, ты отсюда, я там потом. А что же в этих, посылках-то вы так еще пока и не узнаете. Потому что, еще раз говорю, будет следующий ролик, в котором все это будет рассказано, показано. И сейчас я, наверное, все-таки с вами попрощаюсь. То, что я вам, наверное, уже надоела своими роликами и на канале, и на Ютубе, и везде. Вообще говорю всякую ерунду. Я шучу, я знаю, как вы меня любите, как вы ждете мои ролики. И я с таким удовольствием их снимаю про свою жизнь, про наши дела и про нашу стройку. Ну-ка, пойду посмотрю, что там творится. Там что-то еще ведь, да? Да, я помню, как она называется. Кто ее вообще устанавливать будет, эту дверь? Я. Ты? Ну-кась. Что у тебя там? Все. С полами мы вроде договорились, с Орентом договорился. Договорились? Ну, он сказал, да. Он сказал, что это сам позвонит, приедут, все сделают. Он звонил Владимиру. Потому что там надо какую-то подложку еще класть на ГВЛ. Ну, вот эту вот фольгу тоненькую. И потом они уже монтируют. Все они сделают. Туалет я попозже куплю. Не горит? Не горит. Сергей Петрович, а там разве никакой палочки не было? Но там вдоль машины что-то... Да, там что-то есть еще. Вдоль машины клали вот с этой стороны. Здесь? Да. Наоборот, ага. И до конца она фиксируется. Ага. В понедельник будем менять фильтра, масло. Короче, у меня больше ничего нет. У тебя нет, потому что то, у них вот это в пол, она была бракованная, единственная. Сурен купит, привезет. Как она? Трап называется, да? Да, да, трап. Да, так что больше ничего нету. Холодно мне. Я дома. Кто это? Так, ну ладно. Мы дома, мы закончили на сегодня все наши дела. Сюрприз, нам подарили. Я вам привезла яблочки, бананчики.